Ребят, всем привет! Пришла нам посылочка от Алексея Владимировича. Сейчас мы ее распакуем. Единственное, что я ждала болью, когда он сможет меня снять. Ждала. Он то гараж переезжал, то на работе. В общем, занят, в бегах, так сказать. Поэтому буду снимать сама, как смогу. Вот, покажу, что здесь в этой посылочке. Спасибо огромное заранее за ваше сердце, за то, что вы прислали такой подарочек нам. Внутри оказалось вот такие три коробочки. Я так понимаю, что это его конструктор или его детей. Ну, понятно, его детей, скорее всего, или внуков. Сейчас посмотрим, что в этой коробочке. Это набор. Набор. Чашечка и блюдце. Вот такие вот белые наборчик. Понятно. Я думала, что что-то к конструктору тоже относится. А это у нас чашечка и блюдце. И я поняла, что идет два конструктора. Первый конструктор — это вот делаются вот такие поделочки разные из деталек. И второй набор — это поезд. Ну, такие конструкторы у нас дети просто обожают. У них уже есть поезд там один. Они все время что-то строят. Это будет еще одна дорога вообще. Потому что им они тебя строят, и хочется что-то, чтобы переплеталось. В общем, спасибо вам огромное. Я думаю, дети заценят. А вот это, насколько поняла, рисование в пространстве. Трехмерный конструктор. Понятно, что вот типа круг, да? И делается круг, квадрат можно делать, всякие детали. В общем, сейчас дети придут, дам попробовать, сниму их реакцию на конструктор. Рисовать можно рисунки конструктором. Делать такие трехмерные детали. Вот как красиво. Класс. Вот это у них это. Займет их этот конструктор. Вообще такие конструкторы классные, когда у детей есть. Но я о таком еще не слышала, что такое есть. Ребята, ловите себе на заметочку. Есть вот такие конструкторы. Трехмерный конструктор, получается, он называется. Вообще круто. Первый раз такое вижу. Что нравится? Это мама пытается, попыталась круг собрать, но чуть не те детальки взяла. Здесь нужно троечки брать, а не четверочки. Как вот здесь я троечку взяла. Нет, это не надо дудеть. Это не те трубочки, через которые дудеть. Они любят брать большие трубки и дудеть через них. Это не та. Это, видишь, для конструктора. Не-не-не, сына, это так не играйтесь. И этот конструктор прям, смотрите, какие здесь мелкие детали. У меня такие конструкторы стоят именно у меня, да. Именно у меня стоят, потому что они их теряют. И они берут их под моим присмотром, и под моим присмотром играют, и потом складывают. А, вот, смотрите, хочу показать. Видите? Классно, что здесь показано, какие детальки можно, ну, что можно собирать. Есть что-то в цветном, есть что-то не в цветном варианте. Классно. Вау, будет у нас что попробовать новенького, да? Мы еще такой, не-не, сына, это не для ротика конструктор. А чего такие штуки? А вот, видишь, они. Вот они. Мама попыталась круг собрать, у нее не получилось. Это не надо, да. А вот здесь, а ну раскрывай, Саша, посмотрим, что здесь есть внутри. Дорога вам нравится такая? Да. О, круто. С конструктором они еще не знакомы, посмотрим, пойдет он у нас, не пойдет. А это, конечно, нам более знакомо, более привычно, и тут уже все понятно. Давай, открывай. Тоже нужно для него коробочку взять. Круг, почти круг. Да, мама его соберет. Соберет мама, попыталась, но дети пришли. Потом соберу круг, сама попробую. Аккуратненько. Молодцы. Самостоятельные. Ты этот скотч режь, переверни, потому что... Да, все, вот так. Доставай, посмотрим, что нам дядя прислал. Он сам ездит. Ну, навряд ли он сам ездит. Нет, тут батарейки. Батарейки? А, ну если батарейки, значит, как и тот сам ездит. Электропоезд. Всякие рельсы. Давайте, давайте, знаете, что сделаем? Мы сейчас отнесем эту дорогу в вашу игровую комнату, и вы там соберете. Хорошо? Не здесь. Туда отнесем. Ну что, разобрались? Да. А ну-ка, поставили батарейки. Он тогда пел. Пел еще? Поет? Класс. Нравится? Тут Боря только что так хохотал от этой песни. Только я там еще какую-то детальку нашел, непонятно. Прибежал. Сейчас буду изучать. Ну, давайте. Позовете, когда соберете? Ага. Давайте. В общем, пока я там на кухне была занята, ребята уже успели разложить его, сложить. Потом снова разложить и положить уже в коробку. Не успела я застать их игру. В любом случае, спасибо вам огромное за конструкторы. Очень вам благодарны. Будем их осваивать. Ну все тогда. Пока-пока, ребят. До новых видео.